Бля, не начал, сука. Короче, мы купили калашников здесь. Мы купили... Да, чё, а у Никиты пистолетик, он играет с пистолетиком, потому что он ноунейм. Но это ладно, это ничего, а давай как... просто... А ты... Подожди, да, я... А как ты поставил первым? У меня, короче, общий. Детстве... Общий. На минимум, как прям, давайте, применить, закрыть. В смысле, кого поставил? Короче, я хочу, чтобы у меня тут пистолетик стоял, а там... Я не знаю, я, короче, иду в инвентарь, у меня где вот стволы... Ну, где стволы? А. У меня там стоит АКМ и все. И все ништяк. Короче, ладно. Короче, пистолет, давай, типа, погнали. Не стоит, что ли? Что нам надо ладно, сделать? Ладно, поехали, начинай, давай, короче, смотри. Да? Блин. Короче, ежедневные ребят, задания. В той серии мы играли с ботами. Слышь, мы играли с ботами, запоминай. А сейчас мы будем играть с настоящими игроками, сейчас поэтому это уже какой-то... Сейчас мы будем просто рашить, пацанов. Так, Никита, что у тебя за ежедневная смотри, задача? Слышь, у меня, короче, с пистолета-пулемета, как понимаю, типа с УЗИшки, ну, то есть, типа да, того. Да, я так понимаю, да. Да. АКМ... Я хочу с АКМ поиграть, всё-таки это мы... Выиграть матч за группировку черный рынок. Ну, вот тогда ты не сможешь выполнить ежедневное задание. Я давай мне подожди. А ППШ я можно буду, же поставить? Мне там прицел просто. Я буду делать. Ай. ППШ можно поставить, по сути? Ну, я думаю, да. Ну, гоу, ППШ, с ППШ поиграю, если давай, не получится, то попробую матч поменять. Давай. Поэтому, ребят, будет, не знаю, что, короче, что получится. Но с настоящими игроками веселее будет играть намного. Да, это Сурвариум. И это будет бойня. Да, и слава богу, мы едем как не бомжи, у нас на масочке, да, от Гая Фокса. Пацаны, да. У нас поезд завершен, идет загрузка. Какой режим? Командный бой. Химзавод. Нам надо выиграть. Убить как можно больше противников. Каждая смерть бойца отнимает одно очко подкрепления. Победит команда, у которой очко останется очко больше всего одно, понимаешь? Очко, блин, горит, сука, иногда. Да, когда играешь в Warface. Да. Но сейчас не Warface, сейчас Survivarium. Слава богу. Survivarium. Советую скачать, да, поиграть, посмотреть, освоиться. Да, прикольно, кстати. Побомбить чуть здесь можно. Не, на расслабончике тут можно. Ну, то есть... Да никак. О, то есть тут можно расслабиться. Василь, украинец. Василь. Вася, ты чё? А слышишь, ты чё, Вася? Блин, чё тут Вася делает? Не пойму, лол, подожди. Лол, где мои текстуры, ребят? Это бред. Блин. Так, а у меня где текстуры? О, а, у меня прицельчик, всё, гоу. Появились, нормально. Прогрузили. Откуда у тебя... У меня тоже. А, у тебя ж ППШ. Да, блин, братан. Меня стреляет? У меня дым есть, смотри. Андрюха, смотри, дым, смотри, чекай. У меня тоже сюда есть дым, смотри. На 5. На пятерку, да? Ебать, всё в дыму, да. Ёб твою дивизию, тут как будто ёжик курил, блядь. Помнишь, такая сказка была? Ёжик в тумане. Мультик, ёпта. Да. Вот так же и здесь, ё-моё. Ёжик, ты чё курил? Дай мне попробовать, блядь. Пойдём а рашить. Ёжик в тумане есть ещё в переводе гоблин, это вообще угар. Отвечаю. Чё ты угораешь? Капец, слышишь, как... Да, отдача нехилая, так скажу. Артефакт! Чё, спасайте, как, блять, артефакты! Меня с крыши, слышишь, стреляет. Скины у него ты уже. Ты дома твоего. Слышь? Скины у них уже. Да, братан. Откуда у них скины? Скины с донатеры. Додосеры. Донатеры. Донатить в Сурвариум? Ну, приз. Эту нет, игру это сделала компания, у которой нету, вот как в Warface там, Mail.ru, ёпта. У них нет таких спонсоров, там все дела. Поэтому да. Мужики молодцы. Делают игру. Ой, сами, блядь. Развивают ее сами, продвигают ее сами, и поэтому мы в нее играем. Успеху идут, меня кто-то стреляет. Я не знаю, где все, поэтому... Я одного убил, и мне хватит, слышишь? Ёб твою мать, ногу сломал, по хребтине дали. Прикиньте, ноги. Здорово, Дудос. Да, можно ломать ногу. Блядь, да меня рашу. Отдачу калаша жёсткая. Так, жить. Бля, конечно. Я просто жесткий тип, блядь. Ты бы видел. Лево-право-боковой по хребтил дал. Да, без прицела, блин, здесь хреново играть. Слушай, у меня ногу перевязали, врач. Спасайте артефакты. Блядь! Рашить. Да ладно, в спину я даже не узнал, что он идет. Ну ладно. Не ваншот, Дудос. Оскар. Ри. Не ваншот по новнайму, Андрюх. Иду рашить. Нет. Минус 10 у меня, лол. Понимаешь, просто минус 10. Пусть минус 10. Очко. Ты идешь. А, минус 10.
Помощь в убийстве. Ты кого-то своего убьёшь, что ли? Помощь в убийстве, блядь. Да? Чё? Ты своего бахнул, что ли? Нет. Своего не убивал. Своего бахнул. Я не знаю почему. По хрипке не дал, наверное, стеканул. О! Ты кто? No name. О, минус. Про? В тельцо. По факту. Зажал. Тельцо. По факту я... Короче, гренку туды. Дымовой. Дым. По факту нет, ты дудос. Нет, да ладно, ну чё за бред-то, а? А дальше не просто ждам по счёту этой игры. Ой, пойду. Князя. Каем, молодые. Скину там Василия украинца. Обстрел идёт. Кинхеды в шоке. Просто сейчас нашей разработчики игры. В РПС горят, блядь, от этой игры. Блядь, откуда стреляют? Вот скажи мне, откуда меня мочат? Лол! Блядь, я не пойму, откуда меня мочат, слышь? Какого хрена? Да. А, с длины, ёпта, оттуда, с длины. Охренеть можно. Дымки. А да, этот... Чё там, может, какие-нибудь вопросы тебе задавали, может? О, слушай, можем по этому? Задавали, кто мне будет что задавать, скажи мне. А как подниматься по лестнице тут? Алло, Warface. Центр, алло, блядь. Центр. Группа прием, крови на рукаве. Центр. Тебя топ центр. Я его центр. Флаг, пацаны. Группа центр. Бля, как ты разговариваешь, сука? Ну, понимаешь, главное это уметь. То есть, охви-то я знаю, понимаешь, ты просто не знаешь, что... Я не умею разговаривать. Бать, что за слизь? Звучит грица. Блядь, откуда меня валят постоянно, я не знаю. Я вообще ничего не понимаю, где тут кого отстреливать. Можешь пока порассуждать по счету этой игры, если я что-то новое. Ну, то есть, когда мы играли с ботами... Ну, кстати, было обновление, я не знаю, что... Да, ребят, добавили. Короче... Какая-то новая... Инвентарь сделали. Система то есть, магазинчик. Механика стрельбы, но я что-то не пойму, какая здесь... Механика стрельбы. Батя гренку кинул жестко, блядь. Видал. Короче, слышишь, поскольку мы играли прицел. Тот раз с ботами, no. Тот раз с ботами, когда играли, было реально, ну то есть, мы думали, что это вообще реальные крипы, ну то есть, в итоге были реальные крипы, были, да? Да-да-да, а значит, настоящие игроки идут, реально считай, интереснее. Конечно, играть-то интереснее, правильно? Правда, я никого не вижу, вообще, понимаете? Блядь, я застрял, сука, в текстуре. Убить хорошо. Хилиться жить. Вижу кого-то, слышь, кого-то вижу на карте, блядь. Беги, кореш, беги. Блядь, он его убил уже. Понял, я отхилюсь. Дайте кого-нибудь снять, а? А то что я, это? Знаешь, кого, будет? Знаешь, кого сними? Ролик, ёпта. Иди сними на шоссе кого-нибудь, слышишь? На шоссе? Можно. Идёт. Саша по шоссе. Слушай, мне нравится. Вот смотри, я снял уже, в той игре... Да, убил. Красава. В той игре, короче, когда мы играли с Мостиной, я играл, когда прицел не было, тогда реально, тут прицел есть и прикольный, считай. То есть, совсем другие ощущения, смотри, с прицелом реально другие ощущения. Конечно. Просто считай. Удобнее это. Ух ты. Что это такое? Что это, блядь, такое, Никита? Чё там? Это что это такое, голубое такое? Да чё, чувствую, блядь, крипы. Ай, не бейте, я свой. Свои крипы. Я своих крипов не бью. Своих крипов не бьем. О, тут дым, нихера, за спецфипы. На. Это туда не пойду, там аномалия. Тут знаешь тебе что-то, что аномалия появляется вот вообще в неожиданных местах. Там аномалия другая. Вообще, то есть в натуре. И главное ее обезвредить, то есть, ну, убрать. Реально, ты подойдешь, и ты сразу умираешь. Давай, убейся, блин! Я спиздил его. Топ-варфейсер, ёпта. Ты чё, нормально, кстати? Слышишь, скажи мне. Блядь, давай беги. Я умер. Тут ещё один. Ты что, Андрюх, скажи мне про АК. Ну, то есть, то, что ты его взял всё-таки. У него дача жёсткая. Вообще, блин, меня сейчас валить будут. Нет, да как тебе, то есть, по ощущениям вообще? Ну, нормально, можешь играть? Мощнее. Мощнее? Чем? Ну, всё-таки... Это АК, на то и он на АК. Это же Калашников, ё-мо, это же. Ну... Блять, откуда? Ёпаш, кто? Где? Где? О, куда? Слышь, сверху дудос. Сверху дудос сидит. Вроде. У нас. Ой, блядь. Просто мышь. Вот реально подпольная мышь. Просто фу. Цыганская мышь подпольная, слышь? Надо резать его. Блять, ну как? Реально резать. А, у него прицел.
Скорпион, что ли? Похоже на то. Дрюх, там. Чего? Там я подпольная передам. Мышь у нас наверху сидит. Мы там на очко в доме. Делаем их очко. Дым кин. О, хорошо, дым зашел. Ща, блядь, им. Ща я тебе, блядь, приду, братан. На район к тебе. У блядь, нас на районе. Не звонят, а звонят. Тихо, сейчас будет жесткая миссия «Заряд снайпер» называется. Где ты слез? Миссия невыполнима. Операция снайпер. Тихо, тихо, Андрюха, у меня тут... Нет. А, я там с дробашом. Удали с дробаша. Андрюха, я ему ДХП ставил, прикинь. Просто ДХП, капец. Это... Да. Просто ДХП ставил, лол. Там справа, Андрюх, справа в домике, слышишь? Понял, понял, понял. Дом свет. Заходи, убивай, ага, молодых. Ага, вижу, 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 вижу. Блять, отдача, сука, охренеть можно, ребят. Гренку туда. Дымку надо, блять, туда. Так дымку всю хуй. Уже... Как молодой. Да, ну, да, я не могу ничего сделать вообще с этим, потому что там прицел вообще, понимаешь? Я стрелять с ним не могу. Меня долбит. А где, откуда он тебя убил? Сверху, со второго этажа? Первый этаж. Первый этаж? Первый этаж, да. Водичка, водичка, вода. Куда ты бежишь от меня? Где же ты? Столько струн. Где же ты, ноунейм, выходи. Теплой воды. Теплой воды. Моют волосы. Мои. Мои. Я, короче. Кого сейчас, короче, будем его. Вот стреливать, ничего не пойму. Встречать. Вот он идет, бежит, вдалеке. Здорово! 9 хп! Почему я не ваншот? То есть 9 хп там, слышишь, один? Туда садить 9 хп. 9 хп. Да хп. Ты сдохнешь сегодня или нет, а? Ты. Лекайся, лекайся, ноунейм. Игра-то реально прикольно, по сути, вот реально. То есть да, можно. Мы играли просто можно недавно поиграть? Warface. Реально... Он мир. Играли недавно Warface часов. Ой, часов. Во сколько мы играли? Часов 8, да, где-то? Да. Час назад, да. Считает, у нас немножко там три санова, мы пошли в Варвариум и все. Ну, тут можно спокойно играть. Ну, ну как спокойно, блядь? Я вот уже отстреливаю, не могу ничего сделать вообще. Ну мы играем. А я иду 37, на... лол. Наверху топает. Бать, с дымом, нахуй, ёжик в тумане, блядь. Бать, мой ру. Видели, ребята, аномалия, когда накидали деньги? Аномалия, прям, вот так, оба, и появилась, ёпта, откуда? Учитесь, как грязь, грену. А что ты сделал? Я себе грену кинул. Блять, кровотечение, сука, бежать. Блять, меня Кать. Снайпер валят. Они, да-да-да-да, о, напарник. Зашибись! Да. Кирилл, он у меня они его. Мыши. Они мыши, Андрюх, вот это да. Они элизы, ребят. Здесь тоже часть элизы. Они повсюду. Они, блядь, пересмотрели, они блядь, дебилы. Они повсюду, ёпты. Это. Знаешь, как, Эли, да? Как называется? Пирус элиза. Премьер, блядь. Жесткий тип, пиздец. Вирус. Пойдем, я с тобой здесь, знаете, слышишь? Проник в рассудок, ёпты. Куда идешь? Стреляет. Краша шумает. Кто стреляет потом? Давай, а, о, убил, вдали. Убил. Дым, найс, кинули. Наскринил? Кто кинул дым мне? Это я кинул, братан. Красавчик, спас меня. Реально спас? Такого. Гремка кидай, гремка кидай. Я не вижу, кто, где где-то и здесь, я где-то гремка. Где-то здесь, где-то здесь. Дыму, сука. Пойди ищи. Молодого. Ищи молодого. Вон он. Вон он, бать, вон сова, он. Мама. Блядь. Мама. Мама, блядь, сука, Макар, ни хрена не стреляет, ё-моё. Перезаряжай. Аномалия, блин, сейчас сдохну. Кстати, если вы попадаете в аномалию, и у вас херовая одежда, вы сдохнете там нахер. Фига у него оптика. Так что покупайте вещи в секонд-хенде, блядь. Ребят, здесь кемпер, правильно, короче, сядет в доме, если это все, это КГ, блядь. Там такая оптика у парня, о, это вообще жестко. Я тебе серьезно говорю. Он в дом, слышь, пошел, там пацан в дом пошел, надо я дым кидаю. Блять, ну и подай. Я попробую ходить. Желе, это ж. Какой-то ж желе, блядь. Он стреляет, слышь, он вот он стреляет, слышишь? Кирпику. Да. Там такая оптика типа у него, блядь. Что мам не горюй, блядь. Гренку, 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 нахуй, умри. И там. Крыша есть. Ну... А, блядь, ты сегодня, блин, там есть, там двое, там двое, там двое, да, 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 там двое, да. Блядь, там двое, вон еще. Дым, 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 дым. Я сейчас сдохну. Ебать, забаша.
Диск. Ну, короче, на второй Спакну этаж ему прямо. поднимаешься, он там ждет. Он тупо ждет, он тупо ждет. Да ладно. Вот мой же отвечает, такие подпольные, охереть. Ждет Опять как фу, стоит? просто вот Ждет? Или мокрые, просто мокрые мыши, гейм? нахуй. Просто. О, вон, наверху. А где именно? Да, он вот у нас прям на респе практически. Давайте, у нас Давай! там. Ёпты, пацаны! Это охренеть можно! Готов. Да, у калаша Умри, тачка братан! мощная. Вот она, кемперка. Ёб твою, ёб, блядь, ты откуда? Спифайра не получилось. Нет, так ебут он. С трех сторон. Что? 5-10, блядь. Хреново. Что-то у меня очень насморк, ребят. Хреново. Капец, там слышно, спасут, носят. Ну, мы... И его на... Катя, она. Блять, у них откуда подпольная... стреляют? Я не пойму. Наверху. А, наверху. Подпольная Давай. Мышь. Реально подпольная. Гранату туда ему, блять, в спину. Наверху в спину. Так, сделаем. Тикаем. Надеюсь, меня не убьет. Тутя. Дым, 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 На дым, тебе, дым. Все. Мышь убил одну. Помощь убить наверху. Была. Подпольную, блядь, еще прикол, сейчас добью а тебя. Я да. бегу, 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 и все бегут. Или подпольную. Где, 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 где? По карте. Парь, по рот. Блин, я в этот вышел. Steam. Steam? Да. Да. Ты же Steam. А, ты я сейчас рэпер. Сдохну, аномалия. Там. Мама родила рэпера, блядь. Как тут? Блядь, свои фу, я испугался. Ну где все? Кого можно убить? Там Дудос, короче, наверху сидит у нас и все. А, мы выиграем. Все, мы выиграли эту игру, в принципе. В принципе, надо еще вы. Блядь, я ноги сломал, сука. Ну это не точно, видимо, да? Как не точно, ногу сломал. Нормально. Я натуре ногу сломал. Алло! Чини, братан, суперклеем. Не могу. Склеивай, как нормально. Все нормально. Приклеено поможет всегда. Склеил ноги, нормально. 38, да, мы выигрываем. Но это не точно. Наверху все нормально, я убил еще одного. Ну, сегодня без у меня карточка не очень. Короче, пошла? Зашла? Где-то Ой, здесь. Там с прицелами. Ой, готов. Заместитель князя. Все. О, все, ГГВП? Да. И задание Хорошо, я выполнил. Сыграно. О, достижение, сколько мы. А я, кстати, да. Укомплектован, я тоже прочекаю. Готов к бою. И что там дело? Сшили медали дело. Дали. За то, что я жесткий, не понял. АКМ. Пламя гаситель. Кошля, я прочекаю. На АКМ. Понял? Гаситель? Нифига ты задрот, ага. Ты че? Зашибись, а, да, выполнил, слышишь? Выполнил, был. Друг. Так, медали Все, ребят, какие-то. Че? Че, друг другу прощаться? Дудос. Я думаю, на это все. Да. Да, короче, всем. Вот такая была счастья, карточка здоровья. У нас. Всем спасибо. Да. Всем До пока. Свидания.